Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, что у нас будет в субботу, 7 числа. О, сразу у нас идет мужчина с букетом. То есть здесь вот красноречивее некуда. Кому нужны, кто ждет свидания? Здесь идет мужчина с букетом, с цветами для встреч, для любовных романтических свиданий. Так. Мужчина, с которым какая-то ситуация была подвисшая, ситуация не двигалась никуда, теперь начинает расти, двигаться. Разговорчики, движение, посмотрите, скоростное, причем активное движение. Может быть, кто-то в отпуск поедет, кстати, полетит. Новые начинания, возможности. Был какой-то выбор. Ну, карты аиста тоже говорят о переменах, о смене локации, о смене, потому что аисты у нас птицы перелетные. Так, чтобы кто-то помчится на всех парусах в какой-то отпуск. Либо это в субботу у вас произойдет встреча с мужчиной, вы поговорите о том, чтобы не отправиться ли нам с тобой в отпуск. И будете думать, когда это сделать. Будете думать, что выбрать, куда пойти, куда податься. Дальше давайте смотреть следующую ситуацию. Опять мужчина. Ну, в субботу для моих зрительниц идут мужчины, идут. Мужчины, связанные с домом, не с домом, а с работой, общественной организацией, банки, суды. Здесь мужчина, ну, здесь, видимо, мужчина, с которого вы знаете, который, возможно, как-то и связан с вашей работой, где-то, может быть, вы там познакомились. Здесь мужчина идет для любви. Ну, что тут скажешь, да? Любовь, морковь. Еще достанем. А с этим мужчиной найдете новый источник вдохновения, и откроются двери, откроется ключик. Ну и последнюю карту вам. О, женщина, здесь ведете вы. И карта мечты исполняется, желание. Да, долго затягивалось это все, но часы опять начали работать в вашу сторону. Были какие-то маски, недосказанности. Но теперь ситуация наконец разрешилась в вашу сторону, в лучшую сторону, потому что якорь – это стабильность, надежность, безопасность, разрешение ситуации. Это доверие, это благополучие. Да, все отрежется, все, что было, и приведет вас к карте счастья. Ну что ж, дорогие мои, достаточно уже карт на один день. Вот, вот такие события у нас будут. Всего доброго вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.